Итак, мы приехали в местечко под названием Корейский прижим. Это одна из таких туристических локаций в национальном парке Удыгейская легенда. И здесь строится первый туристический комплекс при содействии финансовых средств Всемирного фонда дикой природы. Уже на следующий год комплекс будет принимать первых туристов. Ну а мы приехали посмотреть, как, собственно, реализуется проект, что уже построено. Вот. Ну и оценим будущую инфраструктуру. Места здесь, конечно, красивые, особенно сейчас, в сентябре, свежо, все такое яркое, сочное, зеленое. В общем, красота. Пойдем смотреть. Лет 30 назад на этом месте располагался большой склад леса. Сюда его доставляли лесовозами, здесь складировали, а дальше отсюда по реке он сплавлялся до Дальнереченска. Ну а потом с образованием национального парка здесь был построен такой кордон. И надо сказать, что за те 10 лет, что существует национальный парк, или 12, сейчас точную цифру не помню, здесь, собственно, появилась такая небольшая инфраструктура. Сейчас покажу, что здесь есть. Ну, есть вот такой вот административный домик, где, видимо, живут сотрудники национального парка. И вот чуть дальше гостевой дом. Есть еще один вот такой вот гостевой домик. Ну, и вот, собственно, строятся новые дома. Есть такая вот терраса. Есть баня, в принципе. Ну, в общем, то есть уже сейчас есть все для размещения туристов, но будет все намного круче. Что вообще вот на этой территории сейчас происходит? В данный момент ведется строительство двух домов, которые четырехместные, и один дом двухместный, который находится чуть далее. Витовский. Также происходит строительство, которое оно немножко дальше. Там мы строим баню. Тоже для этого же участка. Слышал еще, что строится скважина и... Это да, будет в дальнейшем проводиться строительство, забуривание скважины. Оно будет находиться здесь немножко неподалеку, то есть будет добиваться чистая вода, будет подача воды, будут запитаны все дома у нас, получается, будет водяное, как бы, оснащение водой, да, то есть домов, и плюс у нас будет отопление в домах сделано, то есть будут у нас утепленные домики, и в них будет комфорт. Ну, пойдем посмотрим домики? Да, конечно. Первые идут четырехместные дома. Первый вот и второй дом. Внутри можно зайти посмотреть помещение. Аккуратно. Сейчас идется отделка. Это четырехместный дом, да? Это получается одна часть. Получается, за стенкой находится одна часть дома. Здесь, то есть, по факту получается два человека. Uh-huh. И с другой стороны тоже два человека. Вот как бы у них получается территория, где они могут там раздеваться. Здесь будут сделаны гардеробные. Здесь у нас получается туалет будет сделан. Также можно здесь будет мыться. Туалет, душ, да? Да, получается. Здесь все будет. Туалет, душ, раковина, как положено. Небольшая будет предусмотрена кухня, также здесь. Вот. Также получается, этот дом, когда разделяется, тоже с такой же полностью зеркальное отражение находится с той стороны. Можно пройти вот здесь по веранде посмотреть. Точно такая же комната, но она еще не, ну, отделка не началась, получается, вагонкой. То же самое здесь получается будут места, здесь кухня, ага. То есть окошки будут предусмотрены. Все. Это будут три окна, да, получается? Да, вот да, это, да. Вот. Это будут три окна. И ага. Также туалет точно такой же, как бы по комплекции. Также душ, унитаз, там раковина. Просторное такое все, да? Да. Здесь довольно-таки хватает места. С той стороны получается здесь замонтировано техническое помещение, где будет находиться котел. Угу. Который будет оснащать, то есть, теплоподачу. И также там будет у нас
хранение баков воды. То есть накопительная система воды будет, чтобы постоянно воду не гонять, будет хранение баков для постоянного как бы снабжения дома. Угу. Вот. Дома, я так понимаю, утепленные, да? То есть да, на круглогодичный, да, вообще? Ну, планируем, как бы, чтобы как получится, как задастся. На данный момент мы все утепляем, делаем как положено, чтобы можно было комфортно чувствовать себя при 22 там, градусах, при 23 предусмотрено у нас по проекту, то есть, чтобы было комфортно. Угу. Также можно пройти посмотреть дальше двухместный номер. Угу. Это такой же дом, да? Получается, тоже да. Вот как бы это два одинаковых. Будет, получается, сливаться здесь, то есть вода, септики, по которой будут откачиваться. Uh-huh. То есть все это будет. А что это за проект домов вообще? Это какой-то есть. Это щитовые, да. Щитовые дома получается спорты. Это виповский домик, да? Да, это виповский. На двух человек. Сейчас мы приоткроем пленку, чтобы можно было зайти. Ну, здесь увидите разницу, конечно. Здесь более обширная веранда. Ну да. То есть здесь получается у них отдельно вот комната. Это их не будет комната. Угу. На двух человек просто. Здесь у них также предусмотрен туалет, душ. Отдельно бытовая комната, которая будет. Там можно какие-то вещи привезти, что-то там положить какие-то. Угу. Здесь будет также шкаф гардеробный. Вот это у них просторная кухня. Такая гостиная, наверное, да? Да, какая-то? Кухня-гостиная, которая здесь будет предусматривать. То есть печки, вентиляция. Здесь будут у нас стоять умывальники там. То есть все подготовлено. С той стороны тоже за этим коробом находится техническое помещение. Угу. Оно там как бы сделано специально с той стороны, чтобы не мешать как бы для отдыха. Угу. Вот это вот получается здесь будет стекло, да? Да, Это застекленное, а веранда такая же стеклянная? Да. Да? То есть это будет просто вот полностью такая стеклянная... Типа терраса. Нет, да? Вот здесь вот получается, да, как проходы делают, а здесь получается терраса у нас, но чтобы было просторно смотреть. Ага. Еще такая веранда есть. Здесь, да, здесь как дверь, да, и здесь тоже можно выходить, и здесь ага. Будет сделано как спусковая лестница. Ага. То есть она будет веранда, лестница. Ага. Вот сделано, вот выход будет. Ага. То есть в одну сторону спуск. Там получается с двух сторон у нас заход, ага. Слева и справа, а здесь просто вот с одной стороны. То, что сейчас здесь вот строится, делается, это, можно сказать, знаковое событие. Это делается все для развития экологического туризма в парке. Парк находится в центральном Сихотай-линии, можно сказать, и в целом центрального Сихотай-линии. Ну, до этого вот видели строение. Специальных средств таких министерство не выделяло. Мы как-то так урывками находили, строили. А этот проект появился по строительству туристической инфраструктуры, осуществляется благодаря поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. Если бы не их поддержка, ничего бы этого не было. Около года назад родилась идея, собственно, помочь парку в развитии экологического туризма. Сейчас это очень важно, важно в плане развития у населения положительного отношения к природе, да, то есть и открыть возможность населению на территории у нас парка все-таки ознакомиться с природой, которая окружает нас. Вот этот парк ценен тем, что у него, если посмотреть вокруг, там, то есть ценен наличием первичных кедровых шиклистных лесов, и не так много людей, которые особенно живут, люди, которые живут в городах, посещают такие места. Вот. А основной проблемой у нас в парках и заповедников Российской Федерации в общем-то является отсутствие инфраструктуры, которая позволяет приезжать не только, скажем, экстремальным туристам, рыбакам, либо туристам, которые проводят там, в палатках половину своей жизни, да, но и приехать обычным людям городским, которые привыкли, скажем, более комфортным условиям проживания. И для этого, собственно, мы сейчас строим дома, которые находятся позади нас, чтобы любой житель, собственно, города Владивостока или Приморского края мог приехать сюда и, собственно, провести время, ознакомиться с парком, посмотреть
природу окружающую, речку. Много желающих к нам из года в год ездят, но мы не могли принять из-за того, что недостаточно ни домиков, ну, физически мы просто не могли это сделать. А сейчас, конечно, турпоток увеличится, и все это будет работать только на парк. Во-первых, поступление внебюджетных средств, во-вторых, имидж парка, популярность. Раньше, когда вот я уже 10-й год работаю директором, в должности директора, ну такого не было. Я пришел, было два туалета и навесик. Вот потихоньку уже и народ тянется из Хабаровского края и с Приморья. Парк становится популярным. Тем более здесь есть что посмотреть. Две реки, Большая Уссурка, Арму. Сплав по этим рекам традиционный еще с 30-х годов осуществлялся. Много транзитников сверху спускаются на сплаве, особенно осенью. Большая часть территории парка, больше где-то 50 с небольшим процентов, покрыта кедровниками. Кедр корейский, фактически не пройденный рубками. Потом Амурский тигр. Потом здесь иманская группа удыгейцев проживает. Вот есть бекинская, здесь иманская. Староверы в селе Дерсу. В общем, есть что посмотреть. Собственно, вот этот комплекс ТРК «Корейский», он является как бы входным, он на входе в наш парк, а дальше мы планируем следующий комплекс, несколько меньше, на устье реки Арму и два туристических лагеря на границе, получается, на входе с той стороны, с севера, опять по Арму и по реке Иман. И они, эти, соответственно, те лагеря являются как бы пограничными кордонами Шантажа. То есть они будут использоваться и для охраны, и для туристов. Вообще, можно говорить уже о каких-то сроках, когда будет, собственно, когда эти домики смогут принять первых посетителей, гостей? Ну, по плану через год. То есть следующий туристический сезон уже будут работать, да? Принимать людей. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home, lay me at the bottom of the river. From the gallows, ship this news, bear my gold, lay me in the shallows. Evil come if you call my name, the wicked they shall rise. The river sin's gonna wash me clean if the river don't run dry. Сейчас мы идем еще на то место.
Ну вот и закончилась наша экскурсия по национальному парку «Адыгейская легенда». Прокатились по реке вверх по течению до слияния Арму и Большой Усурки. Посмотрели кордоны, посмотрели, как строится инфраструктура здесь. В общем, что я хочу сказать. На самом деле, я очень надеюсь, что через год здесь действительно будет все по-другому. Будет очень красиво, живописно. Будет современная инфраструктура, удобные, комфортные домики для проживания. А самое главное, что здесь действительно совершенно потрясающая природа. И вот сейчас, как раз осенью, самая золотая пора для поездки в национальный парк. Не жарко, в то же время еще тепло. И все такое красивое, сочное, зеленое. В общем, совершенно потрясающее время для путешествий. Вот. Ну и я надеюсь, что это видео сподвигнет вас к приезду в национальный парк «Адыгейская легенда». Ну, как видим, сюда добраться можно не только по реке, но и по суше. Есть дорога, так что доступность вполне нормальная. Оператору тихого дона бы такое устройство. Да ладно. Вылазите. Бревно на дороге преградило нам путь. Пришлось высадиться из машины и пойти пешком. Ну, собственно, слава богу, недалеко. И вот он, поворот на Лаулинский прижим. Сейчас подъем в горочку. И там, говорят, какая-то нереальная красота открывается на всю долину реки Арму или Большой Усурки, я что-то уже не помню. Ну, вот, нам туда, вперед. Вот есть такие вот тут инфраструктуры, можно посидеть, передохнуть, перекусить и идти дальше. Погнали. Тут заросли папоротника. Еще какой первобытный лес. Если честно, учитывая то, что мы сегодня увидели мишку. О! Иду! Ель Аянская. Вот она, кстати. Ель Аянская. Вот так вот. То есть вот уже такой подготовленный эко-маршрут. Туристическая тропа с какими-то вот такими опознавательными табличками. Вот. Ну и, в принципе, такое здесь не очень далеко до смотровой площадки. Сосна корейская. Вот она. Вот адыгейская легенда. Одно из тех мест, где еще сохранилось в большом количестве кедр корейский. Ну что, последний рывок. Вау, вау. Офигеть. Это же нереально круто. Ради таких видов стоит сюда приехать. Посидеть полчасика, просто помедитировать. Очень красиво. Вот, если честно, мне сейчас очень обидно, что национальный парк «Адыгейская легенда» не настолько
раскручен и известен даже в Приморском крае, не то что там на Дальнем Востоке и в России. Так, потерял немного дорогу, потому что здесь действительно первозданная природа и очень красивые места. И вот если хочешь по-настоящему дикого отдыха, отдохнуть от цивилизации, то нужно приезжать сюда однозначно. Я очень надеюсь, что в скором времени эта ситуация изменится. И о Бутагийской легенде узнают туристы Приморья, в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке, в России, в конце концов. Так что я очень надеюсь, что вы посмотрите видео и захотите приехать сюда. В общем, приезжайте в Бутагийскую легенду. Здесь действительно очень круто.